Неспокойные события, развивающиеся в Эквадоре, могут привести к дефициту бананов в магазинах России. В некоторых тверских торговых точках, например, их уже нет вовсе. Российских импортеров уже предупредили о возможных перебоях в поставках. В то же время в самой южноамериканской стране говорят, что поставки обеспечиваются в штатном режиме. Связан ли факт отсутствия бананов в ряде тверских магазинов с событием в Эквадоре, пока непонятно. Одно известно точно – цены на них выросли. Они в среднем подорожали до 143 рублей за килограмм.